известно что-либо о местонахождении украденного пальца святой Яры, получит ли епископа и может шумовных годов. Я с тобой, брат! Черт! Я его не вижу! Раджу! Он там! Вперед! Быстрее! Давай! Он давай. О, ты здесь! Вот он! Бейте его! Итак, ты снова забрал наше сокровище. Неужели оно стоит стольких жизней? Такая ценная вещь надолго у тебя не задержится. Посмотрим. Посмотрим. Сколько зла порождает алчность. Покойся с миром. Слава богу, ты жив. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я не знаю. К счастью, один из моих солдат нашел тебя в горах, рядом с телом Чеко Урси. Да, это я помню. Постой, там был третий. Он забрал яблоко. Кто? Он был в черном, будто монах. Кажется... Без одного пальца. Да, Катерина, мне немедленно нужно идти. Хорошо. Держи, это тебе пригодится. Об этой карте говорил Никола, карта твоего мужа. Бывшего мужа Мио Каро. Он клялся, что узнал, где находятся все страницы кодекса. Яблоко ты заберешь, а сокровищницу без карты не найти. Знаешь, неподалеку в низинах есть аббатство. Монахи там ходят в черном. Начни поиски оттуда. Давай иди. Разыщи этого чертова монаха. Кажется, я буду скучать по тебе, Катерина. Конечно, будешь. Есть только один способ преподать. Пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться. Благословляю. Спасибо. Ты не мог бы помочь мне? Что тебе угодно?
Я ищу монаха в черном, у которого не хватает одного пальца на руке. У брата Гвида нет пальца на ноге. Ты ничего не перепутал? Уверен. Есть еще брат Доминико, но у него не хватает всей левой руки. Нет, я уверен, что не хватало только пальца. Подожди секунду. Да, я видел девятипалого монаха в черном. Да, конечно, на празднике в честь святого Винченца. Так, я знаю, где это. Поищу там. Спасибо. Иди с миром, брат. Я всегда с миром. Прости, брат. Не мог бы ты... Демон! Прочь! Прочь! Что случилось? Ты тот, кто убил брата Стефано! Братья! Этот убийца монахов вернулся! Нет, не надо! Я не хочу умирать! Я убиваю только тех, кто убивает других. А твой брат Стефано был убийцей. И я уверен, что ты не из таких. Послушай, я ищу монаха в черном, у которого нет одного пальца. Нет одного пальца, говоришь? Ты имеешь в виду Савонаролу? Савонарола? Кто это? Ты его знаешь? Знал. Он был одним из нас когда-то. А потом? Мы посоветовали ему пожить отшельником. Он с нами не ужился. Боюсь, что его затворничество подошло к концу. Куда он мог отправиться? О, Боже! Санта-Мария дель Кармене? Он учился во Флоренции. Возможно, он вернулся туда. Спасибо. Иди с Богом, брат. Эй, Дезмонд, кажется, мне удалось восстановить последовательность. Попробуй открыть ее.